предложил, что поддельные документы, ID-карта, миграционный и регистрация, все он будет готовить мне. И я пошел за городом. Его объяснение за городом выйти и открыть карту и обратно ему дать. Мне сфоткал, чтобы документ сделать. Я согласился. Я такси работаю, своей машиной езжаю. Мы приехали 9 утра примерно в Мордовию, Республику Мордовия. Указал, потому что туда ехать, вот эту координат. Он мне дал вот эти фальшивые карты, фальшивые ID-карты, регистрация, миграционную мне дал. И он мне дал деньги, чтобы я покупал... Сколько штук он всего дал? Карт вот этих? 27 штук. 27. Дал. Mm-hmm. Да, он мне 18 тысяч дал, чтобы я покупал 60 штук сим-карт. Утро там Саранск, город Саранский, мы уже там были. И мы искали ближайший банк. И вот второй банк мы зашли втроем, мы там не смогли получить вот эту карту и оттуда убежали. Услышал о легком заработке, договорился, что на мое имя будут делать фальшивые документы, в этом числе паспорт, миграционная карта и временную регистрацию. Этими фальшивыми документами мы должны были ездить по Мордовии и делать карты. И обратно отнести к нему. Попросил скинуть фото. А для чего фотографии? Для паспорта. Для поддельного паспорта? Для поддельного паспорта. Угу. Мне сообщили, что паспорта готовы. Я пошел, забрал паспорта. И мы направились к Мордовии. Направились в Рузаевку. Тут на первом банке мы согласовались распределиться. Я предоставил фальшивые документы, но они, так как не было заграничного паспорта, не смогли сделать. И я, чтобы не привлекать много внимания, забрал свои поддельные документы и ушел. По приезду второй пункт нас задержала милиция.